Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Лев, канал Лео ТВ. Продолжаем с вами проходить Far Cry 2. Мы никуда не идем, мне это тоже не нравится. Выстрел в бошку решает все проблемы. Слишком жарко, черт. Понимаете? Все проблемы решает. Ну почти все. Вот он. Где там? Этого снесли сразу, да? Снесли сразу, да. Теперь давайте посмотрим, что от нас хочет игра. Она от нас хочет, чтобы мы вот сюда вот поехали, вправо. Там будет какой-то очередной конвой, что ли? Если это будет очередной конвой, то мне это не нравится. Потому что, ну, такой фарм мне совершенно не по душе. Так, машинка ездит. Да, но ее починить надо. Хорошо. Вот такой вот незатейливый ремонт, да. Ну давай. Садись. Получается. А что такое? Почему я не могу выехать? Что за бред? Почему я не могу выехать? И что? Ой, какое оно бесячее. Ну ладно, пойдемте. Я надеюсь, что... Сейчас найдем машину быстро. Ну да, все правильно. А конвой нам можно захватить только машиной. Товарищ! Вот и машина. Вы довольны? Я да. У нас есть автомобиль, друзья. Понимаете? Это ли не круто? Это здорово. Та-та-та-та-та. Я так понимаю, машины здесь часто будут. Хорошо. Отлично. Так, очередная железная дорога. Очередная железная дорога. Прекрасно. Что же нас там интересно ждет-то? Там, видимо, какой-то другой конвой будет. Я так думаю. Как вы надоели уже. Так, ну они мне не дадут спокойно отъехать. Это совершенно однозначно. Или далее. Как вы надоели, ой, как вы надоели. Да давай! Слушай, здесь что-то ненормальное с количеством высаживаемых патронов. Во врага. Очень много. Просто нереально. Нереально много. Где он?
Кто это стреляет? Все, он исчез? Сейчас по мне двинут. Да быстрее беги, дебил. Так, есть? Есть. Где этот, который теперь отсюда стрелял мне в спину? Ничего не видно вообще. Да. Ну и. То есть он уехал? Наверное, да. Ой. Ну не знаю, не знаю. Теперь что? Сейчас мы... А как сюда попасть? Я что-то не совсем, честно говоря, понял. Ну, наверное, вот так. Опять стреляют. Да ёлки-палки, ну слушайте, это уже просто переходит все разумные пределы. Сколько в них высаживать надо? Ни минуты нельзя остановиться, по ней сразу стреляют. Так, а ну-ка. Сейчас вот мы, допустим, должны поехать в другую часть карты, насколько я понял. Так. Ладно. А игра показывает, что мы едем 100, да, опять. Сейчас мост будет. Олень, до свидания. Мне машину как раз менять пора уже. Ну-ка. Садимся. Так, ладно. Макуба, это что? Это Макуба. Есть автобусная остановка. Ага. Ну вот по вот этому направлению едем. Хорошо. Ладно, уговорили. А где бар Майка? Мы очень долго едем. Так, так, давайте, знаете что, давайте сохранимся для начала, да. Потому что мы очень много проехали. Уничтожьте конвой на востоке. Едем. На востоке. Они не дадут, конечно, не дадут.
Все, перезарядились. А, меня убили, да? Ну ладно. А как узнать, какое сюжетное, какое дополнительное? Они все дополнительные. Вот интересно мне знать. Вылазь. Надо что-нибудь чинить. Ничего не надо, садимся. Сейчас отсюда кто-то вылезет. Или никто не вылезет? Никто не вылезет. Ну ладно. Так, Олейн, свали в туман. Так, ладно. Вроде подбираемся к конвою на востоке. Выходим. Это оружейный магазин. Здесь должна быть аптечка. Давай. Прекрасно, мы похилились. Сохранить и продолжить, конечно. Должны сражаться до последнего вздоха, до последнего... Пойдемте за патронами. Возьмем патроны и продолжим наше очень длинное путешествие. Вот так. Тут я понимаю. Все поменяли. Это что здесь? Арбалет. А почему нет? Сейчас посмотрим. Ну-ка. О! Четыре этих всего. Стрелы. Неплохо. Едем дальше. Едем дальше, едем дальше. Так, мы приехали, что ли? Да, мы приехали. Подальше от дороги, друзья мои. Подальше от дороги. А, черт. Он сдох? Вроде да. Но речь шла о том, чтобы я уничтожил какой-то конвой. Торговец говорит, что его конкурент привозит с востока. Ну и... А, ну он блуждающий, этот конвой. Понятно. Понятно, понятно. Ну, значит, сейчас приедет. Че уж там. Да, все то же самое. Ну ладно. Это мы тоже посмотрели. Я хочу понять, каким образом мне масштаб увеличивать. Здесь, видимо, это не получается. Да, не получается. Отсюда едет. Ну, сейчас появится, наверное, да? Сюда едет. Да, сюда едет. А-а-а. Мне
Мне бы вообще-то гранату. Как это переключить, а вот как-то же, наверное, переключаются эти фигня это. Ну бегать за ними я не буду, он появится здесь все равно. Ну-ка, допустим. А, все, во, граната. Вот так будет лучше. Я пока не понял, как переключать, если честно. Пойдемте встретим их. Для начала сохранимся, конечно. Я читал, кстати, ваше мнение в комментариях, друзья мои. Я не первый раз слышу о том, что игра очень занудная. Ну, наверное, потому что определенный элемент правоты в этом есть, конечно. Часть правоты. Да, давай. Давай. Потому что пока игра какой-то странная кажется. Даже с учетом того, что это 2008 год. Ну где этот? Едет? Ну-ка. Ну да, едет. Это как? Да сколько в тебя высадить-то надо, алло? Мы до сих пор не уничтожили конвой? Ну вот она. Ну знаете, я что думаю? Нам больше нечего кидать, да? Очень жаль. А если в бак стрелять? Взорвись, пожалуйста. И что, мы не можем это взорвать? Замечательно, и что? А что, если вот на вот этом отъехать? Развернуть и по вот этому узелку жахнуть. Так, ну-ка, выходи. Залезь. Хорошо, колись. Молодец. Садимся. Что, ехать за этим, что ли? За гранатами? Видимо, да. А что еще делать? Нету гранат. Это не гранаты вообще ни разу. Сюда. Ты все время? Как желаешь.
Послушай, друг, которого надо спасти. Мне гранаты нужны. Зачем ты здесь? Дай знать, как желаешь. Сюда никто не приезжает за свежим воздухом. Конечно. Сюда никто не приезжает за свежим воздухом. Ты на задании. Я хочешь, в курсе, чтобы да. Я побыл здесь на случай, если... Понимаю. Да, да, хочу, ага. Ладно. А этот там? Давайте поедем до склада. Он же где-то здесь вроде, да, был? По-моему, да, где-то вот здесь. Да. Заходим. Да поворачивай. А гранаты? Вот. Отлично. Пойдемте. Я не знаю, наверное, я, может, что-то сложное как-то это делаю. Но пока мне видится так. Пока. Сейчас я еще попробую с машины пострелять. В чем проблема? Давай, съезжай. Во-во-во-во, очень быстро мы должны подъехать к Зилку. Вот он стоит. Этот Зилок. Выходим. Теперь сюда. Ага. Все? То есть... А почему взрыва? Я взрыв хочу. Я хочу взрыв. Ладно. Что там у нас? Получить задание в любом соответствующем месте. Лучше не придумай, что привлечь неприятности. Так. Вооружение я не хочу задание. Вот это что за задание? Которое слева, там где спутниковая эта антенна. Я что-то слышу. Ну все, помер, хорошо. Долго что-то помирает он. Здесь ничего чинить не надо. А чё мы не садимся? Не можем, что ли? Можем. Смотрим. Нет. Стоп. Вот так. Чё, загоримся, да? Ну ладно, ничего страшного. Я просто не знаю, какую кнопку нажать, чтобы здесь на GPS поменять. Там какая-то это... F-ка была, M-ка. Что там? Пало, что за пало? Ну ладно, давайте посмотрим. Сейчас убежище, наверное, разблочим. Ни шута не видно, конечно. Да, сейчас будет убежище. Друга очередного все нашли, судя по всему. Где он? Хорошо.
Какие спецэффекты, друзья? Стекла летят вообще во все стороны. Откуда была стрельба? Замечательно. Я его снес. Парням помощь нужна. Все, да? Ну что, парни? Вы все? Или не все? Помер. Помер. Это радует, что он помер. Ну-ка. Прекрасно. Сколько у нас? 34. Нормально. Тут. Кто там опять? This is a strike. No counter-strike. Так, ну вот мы пришли куда-то. Гранаты. Прекрасно. Что здесь надо сделать? Пулемет вижу. Макуба. Ламбер. ОГГ. Ну что, сим там, где надо, правильно? Что-то здесь закрыто. Сейф хаус. Ну, сейф хаус это я видел. Я, видимо, пока не... в ближайшие серии так и не пойму, как в этой чудесной игре. Ага. Как в этой чудесной игре пользоваться этими. Карта и так далее. Ну вот он масштаб, хорошо. Поменяли, сделали. Вот что вот это значит? 4 автобусных остановки — это быстрое перемещение. Вот это что по центру? Фиг его знает. Там тоже закрыто. Вот где я сейчас? Что это? Этот прекрасный взрыв, который вам всем понравился, унес жизнь моего прекрасного. Чуть мою жизнь не унес тоже, игровую, да. Я хотел сказать, что он унес жизнь моего автомобиля практически, но... автомобиль взорвался и предвосхитил мои слова. Ну что, тогда... Подождите, мне кажется, или где-то я здесь машину видел? Или мне просто кажется? Что здесь есть? Патроны. Нам это не надо. Это взорвется? Такое ощущение, как будто граната падает. Ты не вот этот звон вот этот вот. ОГГ. Acid and Grounds Company. Угу. Ну пойдемте, может там найдем что-нибудь. Машины нету, так побегаем чё. Ну, довольно быстро пришли, надо сказать, уже практически прибежали. Поворачивай, он во время бега вообще не поворачивает. Давай. Интересно, а ты можешь быть прокачан? Ты прокачиваешься вообще? Или не прокачиваешься? Вот здесь что ли задание? Вышку открыть? Да, понятно, понятно. Что надо? Ага. Миссия принята, и что? Слушай очень внимательно. Есть новая цель.
Следы объекта отмеченного на карте. Уничтожь цель. Оплата стандартной негроемой алмазы поступит на твой счет по выполнению задачи. Угу. Вообще прелесть, да? Пойдемте для начала сейф-хаус разблокируем. Где-то здесь, да, он пол. Да давай, беги. Ну, вот этого только мне не хватало. Через забор наш герой не может перепрыгнуть. Так, где он? Сейф-хаус, вот сюда. Ну, получается, что вот так. Да, туда. Пойдемте. Сейчас он отдышится. Ну какой же он супергерой, если он так тяжело дышит, а? А вон и сейф-хаус. Ну чё, поарбалетимся? Ну как там? Я смотрю, смотрю. Стреляют! Что это было? Так должно быть, оставайся здесь. Я пока не понимаю, откуда стреляют, честно говоря. Ну, откуда спереди, наверное. Это он, что ли, по мне все это время шарашил? Сдох? Слушайте, они какое-то нереальное количество дамага выдерживают. Это убер-ахтунг солдаты. Я могу сохранить игру? Да ладно, игра. Гранаточки, гранаточки. Так, это ХП восстановить, да, водичка. Ну что ж, мы молодцы. Сохранить игру. До этого, значит, игру сохранить не могли. Так, что здесь? Ну-ка. А, купить ящики для специального оружия, ясно. Ну, сохранимся мы, конечно, еще раз. Что там говорить? Что там? Всем пришло СМС-сообщение. Так, уберите цель, обозначенную на карте. Ну, пойдемте. Так, цель, обозначенная на карте. Ты где? Это машина была? Ну да. Чё нет-то? А здесь я не могу увеличить карту. А почему? Не-не, подожди, залазь. Стоп, нет. Убери это. Это мне не нужно. Я хочу вот здесь увеличить карту. Не получается, что ли? Это невозможно, или я что-то не так делаю? Видимо, это невозможно. Ой-о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 й
Да. Надо понять еще, как тут быстрее между локациями передвигаться. Потому что, мне кажется, мы много времени тратим на передвижение. Да, много. Уходим, уходим. Хорошая машина. Шустрая. Вроде как. Боюсь расхвалить машину. Тут мы направо поедем, да.
штука. У нас очередной мост. Нет, мы прямо поедем. Ой, зигзаги. Ой, зигзаги. Но получается, что... Ну да, по мосту, чё? Алмазы тут. Чёрт, мы, по-моему, куда-то явно не туда поехали. Нет, туда. Воу-воу-воу-воу, ты офигели, что ли? Тут же древят. Колись, дебил, быстрей. Не, ну это все быстрее надо делать. Я не знаю, почему ты там. А, да? Типа дружбан пришел. Я 3 раза пытался полечиться, 3 раза у меня ничего не получилось. Потому что я не могу никуда укрыться, по мне стреляют. Не высовывайся, там снайпер! Мы еще увидимся, обязательно. Эй, займись своей раной! Да ладно. Нам наконец-таки дали возможность похилиться. А чё, куда? А, нормально. И как нам туда попасть, кто-нибудь знает? Я думаю, только по дороге. Сдохли они? Это терминаторы, это не солдаты. Вот это кому вот надо? Вот сколько на это тратится времени? Вот сколько. Так, все. От транспорта ничего не осталось. Сейчас сразу попал. Непонятно. Ну-ка. О! Сюда идем, конечно, конечно. Прелесть какая, да? Вот они, они. Нет. Вот оно. Нет. А, вот так меняется. Все, ясно. Ну-ка. Ничего. Ну вот здесь только он мигает, вот. Что за бред? Здесь, в принципе, нету никакого кейса. Нет, все.
Забрали. Не, мне прям интересно. Где этот кейс? Лестница. Может, он где-то наверху? Ну-ка. Я, честно говоря, не вижу, друзья мои. Я не понимаю, где это может быть. А, все понятно. Вон он, на крыше. А сюда как-то предполагается подъем на крышу. Ну-ка. Давайте отсюда посмотрим. Нет, не вижу я. Ну не хочет он отсюда запрыгивать, что я сделаю? А ну-ка. Нет, не стреляется так. Угу. Кто-нибудь видит какие-то лестницы, еще что-то? Я не вижу, например. Вообще. А ну-ка. Нет, ну это смешно. Если честно. А может быть так, что... Из-за того, что вот эта машина сгорела, мы не можем... Там же какой-то броневичок стоял, да? Это что? Давайте попробуем. Давайте посмотрим, что здесь можно сделать. Слушайте, это, по-моему, какой-то юмор. Что я еще здесь не вижу? Сюда он не залазит. Что там? Ну, стол, да. Ага, и чё? Короче, я не знаю. Серию заканчивать уже надо. Ладно, мы с вами в следующей серии, я думаю. Не, он вот не хочет. Просто не хочет. В следующей серии мы с вами, я думаю, все это вытащим. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на Яндекс.Дзен. Ставьте лайки, пишите комментарии, жмите колокольчик. Всем до новых встреч и всем пока.